Сегодня на территории города Бийска проводится профилактическое мероприятие по сплошным проверкам транспортных средств на предмет выявления у водителей признаков состояния опьянения. Ну, мы проводим такие мероприятия, как правило, 1-2 раза в неделю, обычно в утреннее время, ну, уделяем внимание и вечернему. Создаются группы нарядов, выставляются на оживленные участки дорог и занимаются сплошными проверками транспорта. Ну, как правило, при каждом мероприятии задерживается 1-2 водителя, иногда более, в состоянии опьянения. Останавливается массовый автомобиль, то есть как можно больше. Проверяют наличие документов и признаки опьянения. Если водитель трезв, документы в порядке, ему желают счастливого пути, он продолжает дальнейшее движение. Если имеются признаки опьянения, то проводится освидетельствование. При остановке водителю доводятся цели и задачи мероприятия, а также наименование мероприятия и объясняется причина остановки. Ну, как правило, в неделю задерживается от 20 до 25 водителей в состоянии опьянения. Цели и задачи исключения из участия в дорожном движении водителей нетрезвых водителей. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, чтобы все были взаимовежливы, культурны и соблюдали правила дорожного движения. Ну, частенько бы желательно такое проводить. Там многие ситуации такие происходят, тем более пьяные случаи. Сидели, как водители все. Догоняют всякие. Частенько видно такого. Как часто надо проводить такие акции? Каждые выходные. Каждые выходные? С пятницы, да, начинаем? С четверга. С четверга даже? Да, начинается. Ну, потому что гоняются много пьяных. Много, да? Да, неадекватных.